По-прежнему убежден, что ни один из серьезных политиков Запада не пойдет на переговоры с СС или СД. Однако, поскольку задание получено, приступаю к его реализации. Считаю, что оно может быть выполнено, если я сообщу часть полученных от вас данных Гиммлеру. Опираясь на его поддержку, я смогу выйти в дальнейшем на прямое наблюдение за теми, кто, по-вашему, нащупывает каналы возможных переговоров. Мой донос Гиммлеру, в частности, я организую здесь, на месте, без консультации с вами, поможет мне информировать вас обо всех новостях, как в плане подтверждения вашей гипотезы, так и в плане опровержения ее. Иного пути в настоящее время не вижу. В случае одобрения прошу передать добро центра по каналу Эрвина. Юстас. Он на грани провала. Он на грани провала. Если он пойдет напрямую к Гиммлеру, провалится сразу же, ничто его не спасет. Даже если предположить, что Гиммлер решит поиграть им. Хотя вряд ли. Не то он фигура для игр. Рейхсфюрер СС. Передайте ему завтра утром немедленный и категорический запрет. Хорошо, Владимир Николаевич. Штирлиц ехал к Эрвину. Сегодня утром через Эрвина Штирлиц должен был получить ответ из центра. Эрвин, по легенде, был владельцем маленькой фирмы проигрывателей. Это давало ему возможность много ездить по стране, обслуживая клиентов, и принимать у себя разных людей. Три машин сколько скопилось. Если они сейчас сюда прилетят, от нас ничего не останется. И так одни развалины. Нет, сегодня не прилетят, я думаю. Сегодня пасмурно. А ну, пошевеливайте. Ну, кому говорят, там люди ждут. Давай сюда, разведи. Нигде в мире, подумал Штирлиц, полицейские не любят командовать так, как у нас. У нас... Штирлиц вдруг поймал себя на том, что так он подумал о Германии, о немцах, и удивился. Парадокс. Вы что, не видите? Машины ждут! Люди ждут! Конечно же, нет. Он давно жил в Германии, знал этот народ и верил в его будущее. Thank you.
Штирлиц часто вспоминал тот день, когда в первый раз увидел Тельмана. Тельман шел впереди колонны демонстрантов, и рабочие со всех сторон охраняли эту колонну. Быть солдатом революции – это значит хранить нерушимую верность делу. Такую верность, которая проверяется жизнью и смертью. Так однажды сказал Тельман. И Тельман был верным солдатом революции. Он до конца боролся за счастье своего народа. Давайте проезжайте! Быстро! 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 Проезжайте! Быстро! Быстро! Что там? Улица закрыта. Проезд по соседней улице. Что там случилось? Англичане сбросили какую-то сверхмощную бомбу. Ничего не осталось. Груда развалин. Штандартенфюрер, сюда запрещено. Саперы опасаются, нет ли здесь бомб замедленного действия. Значит, взлетим вместе. Погибли. Трудно сказать, господин полковник. Во всяком случае, санитарных машин было очень много. Вещи остались? Какое там? Видите, что делается? Отдельный дом с сильным сотрясением мозга, в шоке. Полчаса ее откапывали из-под обломков битого кирпича. Она вообще чудом осталась жива. Полька, а какого велика она родила? Она не полька. А кто же она? Русская, чешка. По паспорту она немка. У нее в пальто нашли паспорт на имя немки. Кэтрин Кин. Может быть, чужое пальто? Может быть.